Верховный суд отменил приказ министра внутренних дел Айелит Шакет об ограничении числа украинских беженцев, которым разрешен въезд в Израиль. Согласно существующим правилам, им не нужна виза для посещения страны сроком до 3 месяцев. Судья считает, что вынужденная временная миграция не представляет угрозы. Однако это не лишает министра внутренних дел полномочий решать, кто может въехать в еврейское государство в соответствии с положениями закона или право отказывать гражданам Украины во въезде в индивидуальном порядке.